Белгород, город первого салюта, сегодня отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 5 августа 1943 года приказом Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина двум стрелковым дивизиям 89-й гвардейской и 305-й, которые первыми прорвались в город, присвоили наименование «белгородских». А в честь освобождения Орла и Белгорода в Москве дали первый с начала Великой Отечественной войны салют – 12 артиллерийских залпов из 120 орудий. Сегодня в Белгороде салюта не будет. Третий год подряд город терпит тяжелые испытания. В памятную дату на Меловой горе водрузили Знамя Победы, как символ неразрывности времен и веры в то, что Белый город вновь победит врага.